В этот день семья Ластовецких пришла в Брестскую крепость по особому поводу. Ведь участие в проекте «Дети Беларуси ветеранам и будущим поколениям» – это возможность еще раз напомнить об истории семьи и событиях Великой Отечественной войны. В нашей семье есть большие традиции. К сожалению, наша бабушка, которая прошла Великую Отечественную войну, уже ее с вами рядышком нету. Вот, но о ней наши дети знают, и мы как бы это каждый год на 9 мая, на 22 июня, на начало войны, мы всегда эту тему поднимаем, чтобы было в памяти. Услышали, узнали, вернее, про эту акцию и решили внести свою долю. Свою лепту в проект решили внести и другие семьи сотрудников жилищно-коммунальной системы города. Для этого они принесли с собой монеты советского периода, из которых будет отлит памятный знак «Живая память благодарных поколений». По задумке в образ памятника будет входить окаменевший треугольник как символ Великой Отечественной войны, а также бронзовое дерево как символ жизни и долголетия. Теперь каждый неравнодушный брестчанин сможет внести свою посильную лепту в его создание. Старт сбора монет был открыт еще в январе, и с каждым днем к нему присоединяются все новые участники. После того, как эта акция началась, мы обратились к нашим работникам ЖЭО, предложили собрать, принести, у кого есть еще остались с советских времен эти монеты. Люди откликнулись очень хорошо, даже с каким-то энтузиазмом. Начали приносить. Сегодня мы с нашими работниками, работники взяли своих деток, пришли сюда, в Брестскую крепость, для того, чтобы внести свою лепту именно в создание этого памятника. Совместными силами удалось собрать более килограмма монет. Копейки разного достоинства из рук взрослых и детей со звоном падали в общую копилку. Но, пожалуй, самым заметным стал большой юбилейный рубль с надписью «Победа над фашистской Германией», который подарила проекту семья Баранчук. Всегда меня увлекала эта тема «Великая Отечественная война». И вот решил я поучаствовать в этом проекте, потому что нужно, чтобы молодое поколение все-таки помнило заслуги наших дедов, прадедов. И вот тут организовался такой интересный проект, который подразумевал собой, значит, несение, скажем, монет. А вот монеты – это как раз-таки моя тема. У меня их очень много, насобиралось за долгие годы. Около 300 монет, которые я решил внести, скажем так, свою лепту в создание этого проекта. Вчера сын тоже говорит: возьми меня с собой. Вы видели, наверное, этот юбилейный рубль. Он его натирал, чтобы он был красивый, блестящий, лучше всех, скажем так. Реализация проекта важна для связи поколений и сохранения общей истории белорусского народа. Открытие монумента «Живая память благодарных поколений» запланировано в Бресте на 28 июля. Проект уже поддержали более 160 организаций. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БукТВ.